любому сопернику всегда есть свои нюансы. Мы готовимся, подстраиваемся, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника, ну и использовать свои. Ну, матч не рядовой, конечно, матч хороший, потому что Батэя это всегда, это, наверное, какой-то особенный соперник. Ну, чтобы что-то как-то мы готовились по-другому, наверное, нет, как и ко всем, готовимся серьезно. Да, будет тяжелый матч, наверное, особый настрой, но, как говорю, за Батэя нам все равно никто 6 очков не даст, поэтому, как обычный матч, но матч будет хороший, я думаю. Сейчас между турами довольно большие промежутки, недели, две недели. Это сказывается на подготовке команды? Тяжелее? Ну, конечно, когда у тебя недельный цикл, ты идешь ритм к ритму, как бы игра к игре. Тогда, конечно, когда у тебя пауза две недели, нужно тренироваться, играть какой-то товарищеский матч. Конечно, наверное, игровой тонус сбивается, немножко неудобно. Но, в принципе, условия для всех одинаковые. Если вспоминать первый матч с Батэ в этом сезоне летом, что тогда не получилось, как тебе кажется? Ну, уже много времени прошло, сейчас трудно анализировать. Ну, наверное, Батэ был в том матче сильнее, поэтому и выиграл. Я думаю, что мы с того времени прибавили как команда и можем сейчас дать бой Батэ. Как оценишь состояние соперника перед предстоящим матчем? Я думаю, это не мое дело оценивать соперника. Я смотрю только свои силы, а Батэ уже сам решает, как они готовы и с каким настроем будут подходить на этот матч.